Город профессии откроют для юных химчан. 15 сентября в парке Толстого будут работать больше 40 локаций, где первоклассники смогут попробовать себя в творчестве, медицинском и предпринимательском деле, спорте. Организует праздник компания «Гигавайдер», новый оператор сотовой связи городского округа Химки, при поддержке администрации, а также около полусотни предприятий города. Кем хотят стать школьники и каковы их ожидания от будущих профессий, удалось выяснить нашей съемочной группе перед началом учебного года. Это очень интересная работа. Там делают деньги и еще всякие вещи. Ветеринаром. А почему? Потому что люблю животных. Я мечтаю стать изобретателем. Как интересно, а почему ты хочешь стать изобретателем? Ну, потому что мне это уже понравилось. Я много чего уже изобрел. Полицейским. Почему? Потому что они сильные, ловят воров. Сильные и смелые не только полицейские, а еще пожарные и спасатели. Сотрудники МЧС и Химспаса поделятся секретами своей работы с первоклассниками. Ребят ждут мастер-классы по спасению людей в экстренных ситуациях. И, конечно же, на площадке будет настоящая техника, водно-спасательный транспорт и главные инструменты пожарных. Дети знают, что огонь – это красиво, но еще это и очень опасно. Соответственно, сотрудники МЧС покажут, как они тушат огонь, тушат пожары и спасают людей. Детям действительно дадут каску, покажут пожарный шланг и даже, я думаю, они примут участие в тушении какого-то учебного пожара. Будут не только профессиональные, но и образовательные площадки. Например, ребят научат раздельному сбору мусора, а они станут настоящими специалистами в области чистоты. Сотрудники аэропорта Шереметьево также организуют свою локацию на празднике. Покажут, как они производят, в частности, бортовое питание, собирают тележку для обслуживания самолетов. Я думаю, детям это будет очень интересно. И рядом будет находиться шатер, в котором лекторы будут рассказывать детям, насколько важно приобщаться к раздельному сбору отходов с юности. Праздник по традиции начнется с аллеи первоклассников. Здесь счастливые лица и грезы о будущей профессии. В завершении программы ребят ждет большой сюрприз, который никого не оставит равнодушным. Праздник «Дети. Наше будущее» пройдет 15 сентября в парке Толстого с 12 до 15 часов. Будет интересно не только юным школьникам, но и их родителям, ведь им представится уникальная возможность узнать о новых талантах и увлечениях своего ребенка.